Сегодня будет самый масштабный видос на моем канале. Да я думаю, по стендапу в целом. Потому что сегодня мы разыграем Авик ТХ прямо в видео. Это самая легкая карта. А, стоп, я на зоне 7 ищу. А я на бризе искать буду. Да, да, минута хватит, хватит. Спрятать, да. Да, факт, согласен. Поддерживаю. Да. Голосую. Ребят, мы на карте Дюна, и сейчас у нас будет искать Пелясик. Пелясик не найди! Пелясик не найди! Я профессионал этой дюны. Я эту карту знаю, как свои 5 пальцев. Кентуха, голову пригни, чтоб... Ты куда бегаешь? Здорово, киберспортсмены, на связи я, Скилл. Сегодня будет самый масштабный видос на моем канале. Да я думаю, по стендапу в целом. Потому что сегодня мы разыграем Авик ТХ прямо в видео. Сегодня блогеры должны пройти крутой челлендж, а именно найти все пазлы на картах Standoff 2. Что из этого выйдет, вы увидите в этом видео, друзья. Ну и я вас не мог оставить без подарков. Сегодня я разыграю вот этот вот ножик. Все, что от вас требуется, это подписаться на мой канал. Второе, поставить лайк под этим видео. И третье, написать в комментариях свой ID от Standoff 2. И пока не начался видос, угадать, кто же из блогеров заберет Авик ТХ. Может быть я, может быть Веля, может быть братишка, может быть Кентуха или Эстекил. Ну а вы, друзья, пишите свои догадки в комментариях, и я вам желаю приятного просмотра. И всем приятного аппетита, кто кушает. Погнали к видосику, let's go. Здорово, киберспортсмены, на связи я, Скилл. Сегодня мы записываем крутой видосик с моими ребятками. Короче, ну, со мной сегодня Кентуха. Здорово всем, ребята. Кента ПК. Пепа, создатель клана Маслята топ-2 после РГГ. Ну и лучший игрок со всего, чего можно, кроме всего, чего нужно. Эстекил, Гисасик, человек Сараделька. Почти как Скилл, только Эстекил. Имеет уже в инвентаре Авик ТХ. Но заберет ли еще один, узнаем сегодня. Велясик. Веля, популярный блогер по Standoff 2, обладатель 2 авиков ТХ. Заберет ли он третий? Узнаем сегодня. Данечек, братишка. Братишка, агростример, который нацелен выбить дорогой скин. Он играет очень сосредоточенно. Сегодня будет лютая заруба, пацаны, вы готовы? Я всегда готов, Сашенька Скилл, всегда готов. Если я вижу АВМТХ, я его забираю к себе в инвентарь. А правила игры очень простые. 4 блогера на карте должны спрятать 4 пазла, а один из них будет искать те самые заветные пазлы, которые блогеры могут спрятать на карте. Пазлы будут выглядеть в виде Авика ТХ, который именно сегодня заберет один из блогеров. На все про все, чтобы спрятать, у нас есть от 1 минуты до определенного времени. После блогер начинает искать. Также блогеры, которые прятали пазл, могут мешать сыщику, который ищет те самые пазлы, чтобы собрать Авик ТХ. Если ты собрал все пазлы, то ты выходишь в лидеры, и у тебя есть гарантированная возможность скрафтить Авик ТХ. Ну и конечно же, на поиск у тебя есть всего 2 минуты. Я думаю, правила этого челленджа вам понятны. Ну что ж, друзья, теперь точно приступаем к игре. Let's go. Также, перед началом челленджа нужно будет провести банпики, в которых игроки выберут ту карту, на которой будут искать. Это будет интересно. Погнали. Короче, пацаны, мы начнем с вами с жеребьевки. Сегодня мы определим, кому какая карта выпадает. У вас 4 человека. То есть, каждый сейчас по очереди называет цифру. Эстекил назовет, Велясик, Кентуха. Брат, я один. Гисас, давайте. Один. Давайте, короче, от 1 до 7 называйте каждый цифру по очереди. 7. Гисас, 7, да, Гисас. Ладно, давай. 4. Хорошо, братишка 4. Хорошо. Гиснас получает зону 7. Братишка получает бриз. Это самые сложные большие карты, просто которые есть в игре. А мы? Про нас забыли. А вы не снимаетесь, опыте запись. Кентуха, давай определись с картой. Брат, ну я бы один бы. А знаете, что Кентуха выбил? Сэндстоун, мэнчик. Блин, окей. У меня цифра 3. Цифра 3. Это Дюна, брат. Это самая легкая карта. А, стоп, я на зоне 7 ищу. А я на бризе искать буду? Подожди, а я буду искать на Дюне? Да, ты будешь искать на Дюне, не прятать. Мам, захавал, как говорится. Ребята, отдыхаем. А что, может, еще раз обратно? Первая карта будет зона 7. Ну что ж, погнали, друзья, let's go. Первый, что ли? Да. Может, я последний? Ну что ж, друзья, время зоны 7. Найдет ли Эстекил все пазлы?
спрятать. Так, пацаны, сколько я времени ставлю таймер. Получается, у нас спрятать. Ну, минуту хватит. Да, да, минуту хватит, хватит. Спрятать, да. Да, факт, согласен. Поддерживаю. Да. Голосую. Всем приготовиться. Раз, два, три. Минута. Разбегаемся. Минута, разбегаемся. Надо запрятать. У меня есть козырное место, ребята, и никто не найдет мой авик. Сейчас главное, чтобы он правильно запрятался. О-о-о, почему он не падает нормально? Все, иду. Вы куда вы а просто? Как скинул? О-о-о, почему он не падает нормально? 5 секунд. Все. Да ё-моё, ё-моё, подожди. Сразу не беги. Гиса сразу не беги. О, все, я запрятал. У нас просто Гисасику 3 минуты даем. Гисас, ты готов? Все на центре? Мы можем ему мешать. Ну что, раз, два, три, погнал. Вы можете ему флешки накидывать в лицо. А как выжил? Вижу конкуренты. Тепло. Если догадаетесь. Тепло. Вы по жизни не ждете за 3 минуты. Тепло, горячо. Очень горячо. Что жара повод? Я белый. Горячо. Ну, фул, не фудите. Холодно. Гисас, у тебя есть логика какая-то? Братан, уже прошло 30 секунд времени. Можно его замучить? 3 секунд. Все, я нашел один, погнали дальше. Так, раз, два, три, погнали. Ё-моё, нашел уже один. Нашел первый пазл. Ты еще один? Ты нормальный? Тихо. Так, пока один. Забирайте авик, кто чей нашли. Это блядь. Забирай. Это не мой авик. Это мой. О, вижу. Вот, нашел. О, вот. Чё? Это блядь. Вот еще один. Вы че в одном месте прятали? Вы че, дураки? Это был мой. Да, я понял. Ты нашел? Ровно минуту. О, нашел. А, это не коробка показалась. Да, понял. И таймер. Сколько? Таймер. Сколько? Сколько секунд быстрее? 20 секунд осталось. 19! Так, тут вряд ли, тут 3 часа всех спрятало. 16, 13, 12, 11, 10 секунд, 9, 8, Вилясик. Ты проиграл, Али. Нет, пока еще. Мы, кстати, на твой играем, я забыл сказать. А, реально? Время? Вышло! Иди за мной, я тебе сейчас покажу. Я все, это было близко. Иди на миду. Это на минуту ты рядом со мной спрятал, подожди. Ты прикалываешься прям иди тут? Иди что, ты прям возле меня спрятал, а как я не услышал? Ну, почти, иди сюда, смотри, вот здесь, смотри. Где он? Можно было самое... Я нашел самые сложные, вот этот не нашел, серьезно? 3 из 4, я думаю, это супер результат, пацаны, поддержите в комментариях. Хэштег ты был близко. Ну что ж, теперь время бриза. Короче, мне кажется, если ты не думаешь, куда прятать, то ты нормально прячешь. Закрывай глаза, куда он ты будешь. Он с нами бежит. Он здесь смотрит. Пол смотри. Закрыл. Он на меня смотрел только что. Не. 1-0. Пацаны, сбрасывайте авики. Ты думаешь, это работает? У нас по флешке. Раз, два, три, твой таймер пошел, 3 минуты, о! Поехали. Все, давай. Пам-пам, как с собой серфил. Бегает. Ой. Ой, только без флешек. Нет! Да, я белый был. А, нет. О, первый есть. Да, первый есть. Второй есть. Вы прикладываетесь. Второй есть. А где вы запрятали, я не пойму. Где они нафиг? Мне хаешку не надо. Нет! Меня бы забьете. Нашел третий. На КТ спавни, третий нашел. Да, на КТ спавни третий. Что, стоп! Гисас, это было в банке? Ты здесь ходил? Подожди, реально? Как? Ну как? Ну кто смог? Блин, так обидно, я там ходил, главное смог лежат. Я проходил несколько раз. Да так обидно на самом деле. Я там ходил. А еще главное, я там прохожу и там все стоят рядом со смоком этим. Ну и конечно же Дюна. Ребят, мы на карте Дюна и сейчас у нас будет искать Вилясик. Вилясик, не найди. 3, 2, 1, прячем. У нас минута времени, чтобы за нами. Минута? Можно дополнительное. Это Дюна. Чтобы дальше друг от друга находились. Да. Я профессионал этой Дюны. Я эту карту знаю.
как свои 5 пальцев. Я помню эту карту еще с пеленок. Я помню, когда мне было 7 лет, я бегал по этой дюне. Я вырос здесь. Дюна — это я. Я Дюна. Что я делаю сейчас? Стой, стой, вот сюда попробуй. Ой-ой-ой. Этот лох. Кто посадит скелла тут вообще? Зато лох с авиком ТХ. Как бы... Ну блин, ищи такая же, ты тут найдёшь. Нормально? Ребят, у каждого по флешке и по смоку, давайте так. Раз, велосипед. Два! Время! Три, время пошло. Ну так быстро, не спеши. Я буду дефать сразу свой скин. Вели, не спеши! Так, ну кто по мне кинул, братва, это Friendly Fire. Это Friendly Fire, огонь по своей. Тебе надо 4 велясик найти, чтобы Авик ТХ был. Где велясик? Я не могу найти его. Да повели ты где? Вон он нюхает. Я обнюхаю каждый сантиметр этой карты. Он вынюхивает. Первый есть. Первый нашел. Сейчас бежит с кукри. Вот, чисто минуту, чисто минуту. Он на той базе. Второй нашли. Чё? Второй нашел. А какой, а, где, какой у него нож? У меня стилы. Да он ничего не нашел, вот я его вижу. Это не... А, подожди, на, типа, о. Я сбрасываю. Где? Так. Подбирайте чей это авик, подберите. Вот это чей. Так вот же авик лежит. Лясик. Еще второй нашел. Третий! Да вы угораете, вот подождите, а где еще? Сзади. Я авик остался. Сзади. Он не увидел. Вадим, где Вадим? Путают, не слушайте. Как же вы байтите, как же вы байтите? 20 секунд, 20 секунд, если он нашел 3, это... Понимаю, нашел. Как же Веля потеет. Лясик, как дела? Ну, очень плохо, еще один нашел, я не знаю, что это. Это было. Так, ну-ка мне время, расскажите, пожалуйста, сколько. Все время, наверное, сколько? 4 секунды, 3, 2, 1. Это трэш! Есть! Ты мимо прошел прям, Авик? Где он? Иди назад, Вель, назад. На спавле. Идите сюда, короче. Обалдеть! Ёпта! Как он не нашел? Где, подожди? Стой. Я с Карволтом. Иди за мной. Склад иди. Сюда, идешь? Это я его запрятал. Братишка, просто гений! Как ты не нашел? Он тут! Вот. Ты близко проходил, я так боялся, что туда пойдешь, потому что... А тут он видел! Как он не нашел, нереально! Пу-пу-пу! А я не знаю, я, короче, взял один авик, потом мне скилл говорит, еще нашел! Я такой, так, ну, значит, где-то я его подобрал, потому что там, типа, в сраке. Нет, ну, я требую рехоста, парни, вот за такое. Рили, я требую рехоста, типа, рили. Ну и карта Сэнд. Короче, ребят, мы на карте Sandstone, сейчас у нас кинтуха будет искать скины. Через ровно 0.9, да, сейчас вот, 0.8, мы начинаем, прячем скины, погнали! Кинтуха, голову пригни, чтоб... Ты куда бегаешь тут? Ну ладно, всё, короче. Вы ждали тогда тоже! Давай, Гесас. Не, реально что-то не скидывается. Давайте, алло! Ну ладно, всё, короче. Так давайте тройной. Let's go, он это точно не найдет. Да вы прикалываетесь, вообще будут подстанды делать эти тройные? Не, там все сейчас... Ну зачем? Скилл отойди, пожалуйста, брат. Отойди. Все, мы закидываем сейчас. Вот только вот так вот. Все, отойди. Идеально. Кинтуха, 3, 2, 1, let's go. Поиск пошел. Лезем в лицгири. Так, тут, надеюсь, вы... Никто не додумался слегать? Сзади. А, конечно. Так, тут что, ничего нету 100%. Да блин! Я заплатил его баца. Да вы надоели! А ну-ка. А, давай не мешайте ему так сильно. Да не, ну пацаны, вы прикалываетесь. О, первый нашел. Первый сюда. Пошел сюда. Минута времени. Забирай, Вик. Так. Более мужики, щелка с воду не найду. Как он был близок? Ай-яй-яй. Обайте, шо? Блин, нашел второй, сверху. Ну как, ты смотрел, второй. Надо или нет? Не, надо, надо просто увидеть хотя бы. Так. Эй, блин, пацаны, только не заблочите тут, я не смогу пройти. Больше. Да, о, ничто. Зачем мучик, как он прошел? Так, ну я бы заикал бы тут. Ну что он творит, он даже не подозревает. Блочим его. Нашел! Третий! Пацаны, смоки. Четвертый, я думаю, тут. Четвертый тут должен быть тут. Скажите, угадал.
Стенку на Т-шке, стенку на Т-шке, не выпускайте его. Куда? Ну, тихонько. Это единственное место, где не был. Да блин, вы гоните? Дайте пройду. Да да, я пройду. Заметьте на входа, не пройдет туда. Где он, где он, где он? Где он? Быстрее, он не пройдет в мапы. Нет, он пришел. А ну-ка. Вы прикалываетесь, тут ничего нету? Ах вы с камеры маленькие! Мы поздравляем. И правила такие. Где? На рынке. Так, блин! Сейчас покажу. Веля руина! Я вижу! Блин! Ты что такое? Ребят, финальная карта Сакура прямо сейчас решится финал. Кто заберет Авик Техас за 70 тысяч голды? Давайте сначала поговорим, ребят. Перед этим жестким финалом. Жестким. Один Авик Техас, друзья. Один Авик Техас на карте. На Сакуре. Это самая важная Сакура просто в вашей жизни. Вы заберете. Вот кто-то один. Как вы думаете, кто? Давайте начнем. Я хочу, чтобы братишка забрал. Я хочу, чтобы братишка, у него нету Авика Техас. Если я заберу этот Авик Техас, он у меня уже будет третий. Нормально. Мордо, поэтому если кому-то нужна голдишка недорого, пишите Веля. Осуждаем. Гисас, у меня к тебе вопрос. Вот если ты выиграешь, что ты будешь делать с этим авиком ТХ? Ведь у тебя я его продам. Я его продам и сделаю масштабные ролики. Пацаны, а готовы ли вы в следующий раз со всеми ютуберами просто по стендофу позвать Холодика, Даньку Обовина и сыграть уже на кое-что интереснее? Новый сезон, который давай. Маг 10, Руби Шэдоу Мэнчик. Вот поехали. Я просто оставлю ссылочки на пацанов, не только их ютубы, потому что ютубы все знаете. Давайте на ТГ-шечки подписываемся на одноклассники Вели. Погнали, друзья, встаем в центр. Пишите мне Ваську. Что, погнали? Но это было на твоей совести. Да нет, ну кто-то должен же сегодня забрать. Напряженная ситуация сейчас. Ребята, хочу выиграть! По-моему, это самая напряженная ситуация в мире, которая вообще... Брат, в жизни напряжения не было. Подойди помочь, закинуть. Могу пацан дать. Том, ребят, сейчас я иду к вам. Могу голову поднять уже, а то я уже... А чё никто не поднял голову? Я чё, как дурак сидел? Нет, ты вот последний вот голову поднял все, просто. Все, пожалуйста, накидайте смок под себя. Есть смок у кого-то, чтобы вы не увидели, откуда я пришёл? Кидаю. Окей, пацаны, чё, я без таймера тогда вам даю время? Ну, 3 минуты, угу. Вот ровно. Ну, да. Давай... Ну, 3 минуты ровно у вас. Давайте, 1, 2, 3, разбежали, погнали! Бро, я понял, где он. Где? Блин! У кого какие новости есть? Новостей нету. Походу это буду не я. Походу нет. Новости печальные. Новости грустные. Ребят, я вот честно хочу, чтобы кто-то ушел сегодня с Авиком ТХ. Ну, типа реально. Ой, это кто? Кентуха бежит. Пацаны, 2 минуты у вас. Ё-моё! Обалдеть. А его уже, а его видно или нет? Ну вообще вот так. Ну да, типа. Не в текстуре? Нет. Не, мне кажется, ты не прятал, реально. Мне кажется, ты не прятал. Сразу с камерой. Нашел! Я нашел! Он на этой базе был! Я нашел! Этот Авик! Вот он здесь был! Да! Сюда! Бро, знаешь, что прикол? Я стою возле нее секунд 10 и подобрать не могу. Я просто ничего не говорил, потому что я боялся, что кто-то подойдет и заберет у меня его, прикинь. Прошу, нашел первый из всего сердца. Не, ну это услышать было Unreal, там звуки до туда не ходят. Как будто, реально сегодня чувствовал, что Гисас заберет. Как будто такое чувство было реально. Поздравляем Гисаса Сосисыча! Поздравляем. Ну что ж, киберспортсмены, Гисатик получил Авик ТХ прямо на свой аккаунт. Братик, как тебе он? Братик, такой же изумительный и офигенный, как и мой первый Авик. Давайте применю, погнали в камеру. Думал, скажут, как я, брат. Ну ладно, у нас тут 2 аватарочки РГГ против Сейнс, брат. Ладно, я понял. Ну что ж, ребят. Да, идем на мидл. Гисас, показывай просто. Показывай этот Авик. Ой. С вас подписка. Гисатик победил. Подпишитесь на его ТГшечку. Подпишитесь на его YouTube канал. Брат, давай, показывай. Ай, что за кобра, брат? Слушай, ну просто... По-моему, это шикарно, пацаны. Да, да, это просто офигенный Авик, бро. Это вообще топ. Спасибо тебе, брат, что принял участие в видосе. Надеюсь, тебе понравилось. Конечно, понравилось. Как тут могло не понравиться Авик Трэшхантер, офигеть.
Если вы хотите выиграть ножик, обязательно участвуйте в конкурсе, который я сказал в начале. Просто айдишник отправляйте, получайте ножик в следующем видосе. Ну что ж, Кисас, спасибо тебе огромное, брат. Спасибо огромное, Завик. Я правда очень рад. Спасибочки огромные, правда. Это же. Пацаны, пишите в комментариях, на какой скин сделать крутой какой-нибудь челлендж, и мы с ребятками это обязательно сделаем и выполним. Ну что ж, еще раз, подписочку на Кисаса, вот его ТГ, по QR-коду залетайте, а и, конечно же, подписывайтесь на меня. Всем спасибо большое, мы переходим к концовочке, попрощайся, братик. Пока! Пока. Ну что ж, друзья, видео подошло к концу, надеюсь, оно вам понравилось, победитель получил свой Авик ТХ. Не забывайте подписываться на ребят, подписываться на меня в ТГ и на мой канал, если видео было вам реально интересным, я постарался. Поэтому оцените его лайком, комментарием и не забывайте, что я разыгрываю новенький нож. А если ты не смотрел прошлый видосик, кстати, в одном из них я разыгрывал тоже приз, то обязательно посмотри. А вот итоги с прошлого видеоролика. Этот человек забирает свой приз. Поэтому, друзья, обязательно подписываемся на наши каналы и не забываем смотреть предыдущие видеоролики. Ну что ж, друзья, увидимся в следующем видео.